на тропе, что пургой запорошена, были встречи с тобой горячи. В этом году география третьего фестиваля «Хоровод хоров» расширилась аж до Архангельска. Ансамбль «Реченко» преодолел почти 1000 километров, чтобы приехать в горки Ленинские и выступить перед нашими зрителями. И удачно. Участницы коллектива, которому, кстати, в следующем году будет 60 лет, взяли первое место. Здесь очень приятно выступать, получаешь очень много положительных эмоций и очень хороший зритель. Ну вот просто вдохновение какое-то вызывает у нас. Атмосфера очень нравится. И вообще здесь такое место сказочное. На празднике народной песни выступили десятки музыкальных коллективов, а в общей сложности прозвучало почти сотни исконно русских произведений. В очень самобытном и аутентичном исполнении. И да, хоры водят хороводы и встречают хлебом с солью. Это фестиваль непрофессиональных артистов. Это артисты самодеятельные, которые посвятили свою жизнь, помимо основной трудовой деятельности, да, вот такому увлечению, увлечению народной песни. В этом году уже в третий раз подряд конкурс хоров проводился вместе с фестивалем «Любовь моя, моя Россия», посвященный народной артистке СССР Людмиле Зыкиной. На сцене Государственный академический русский народный ансамбль «Россия», которым более 30 лет руководила Людмила Георгиевна. Сегодня программа абсолютно, я бы сказал, беспрецедентная, прежде всего и по составу ее участников. Несколько часов эта программа будет длиться, и мы посвятили, конечно, ее, прежде всего, Людмиле Георгиевне Зыкиной, конечно же, сегодняшнему государственному празднику Дню России и нашему 45-летию. Нам в этом году исполнится 45 лет, поэтому мы тоже вот так вот с радостью такой хотим поделиться этим событием с нашими слушателями. Яркий и зрелищный двухдневный музыкальный праздник собрал сотни гостей. Мы в восторге, всем семейством пришли. Это истоки наши, это здорово. Спасибо, ребята, за концерт, спасибо. Обожаю вообще хоровое искусство, я сама люблю петь и хор обожаю. И вообще они поют замечательно, мне очень нравится. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.